Приветствую всех своих подписчиков, а также случайных зрителей. Сегодня у нас на обзоре необычный проект. Он называется Timecoin Protocol. Но сегодня я не буду рассказывать о их идее, более подробно. Я расскажу вам поверхностно, потому что главная фишка этого проекта и главный посыл моего видео – это как заработать на их токене. Сейчас у нас есть шанс приобрести их токен с очень хорошей скидкой в размере 90%. Их токен торгуется, они проводили свое IO еще в 2020 году, и тогда уже инвесторы хорошо заработали, то есть они поймали там сотни иксов. Но сейчас команда дает нам шанс приобрести их токен с 90% скидкой. Это очень круто, и давайте об этом я как раз таки расскажу вам подробнее, расскажу вам о идее проекта, ну и как на нем заработать. Итак, в чем суть данного проекта? Ну а суть заключается именно в предоставлении децентрализованного шеринга товаров и услуг. Шеринг в наши дни — это очень популярное направление. Если раньше оно было популярно только в сфере там аренды какого-то жилья, то сейчас больше в моду входит и аренда автомобилей, то есть каршеринг, ну и даже аренда техники и многих других предметов. Не говоря уже о многочисленных платформах, предлагающих шеринг навыков вроде многочисленных бирж фриланса, где вместо найма постоянного сотрудника можно нанять также временного там исполнителя на один заказ. То есть Timecoin — это не просто узконаправленная платформа, а именно база для создания различных децентрализованных приложений, каждая из которых будет рассчитана на ту или иную узкую отрасль индустрии шеринга. При этом сам процесс создания этих децентрализованных приложений на Timecoin Protocol должен быть максимально простым, ну и понятным, чтобы не вызывать каких-то проблем даже у пользователей, далеких от криптовалюты. Какие же плюсы? То есть это более простая разработка с Timecoin Protocol, снижение затрат на привлечение пользователей за счет мобильности пользователей между DApps, ну и вы сможете быть частью более справедливой экономики совместного использования. Далее мы видим архитектуру Timecoin Protocol. Это тоже можете все посмотреть, изучить более подробно. Здесь это все расписано. Но я сегодня хочу поговорить с вами именно о токене TMCN. Да, о токене, на котором мы с вами и можем заработать. Это нативный токен на основе эфириума, созданный для поддержки функций протокола Timecoin. То есть токен Timecoin будет функционировать как средство оплаты товаров и услуг пользователей через DApps, построенный на Timecoin протокол. То есть это будет средство оплаты транзакционных сборов и распределение вознаграждения для сторонних платформ. Здесь у нас расписан механизм самого вознаграждения, да, то есть часть заработанных токенов Timecoin и транзакционных сборов перераспределяется между пользователями платформ. Ну, здесь вот это на схеме как раз таки показано. Но что касается токена и как на нем заработать. Токен у нас торгуется, да, его цена на данный момент составляет $195, да, то есть, сегодня все чуть-чуть упало, да, ну а так цена приблизительно у нас получается в районе $200, да, то есть оно туда-сюда скачет, ну, примерно где-то $200-$210 он постоянно торгуется. Так вот, команда дает нам шанс приобрести токены с 90% скидкой. У них уже было IO, да, то есть IO проводилось на бирже BitForex, и тогда цена одного токена была всего $0.7, да, то есть, ну, 70 центов, а получается сейчас цена $200. То есть, ну, представляете, да, какие иксы. Но тогда цена еще доходила до $8.500, да, это происходило у нас 18 февраля 2021 года, то есть это было... Ну, не так давно, да, то есть, получается, меньше месяца назад. Сейчас цена немного просела. То есть, инвесторы заработали просто, ну, колоссальные проценты и обогатились на данном проекте. И сейчас они решили вновь собрать средства, да, чтобы, ну, развивать свой проект, так как в прошлый раз сборы были не такие большие, и им надо на развитие проекта некоторые средства, да, то есть, свои токены они могут продавать, а вот они собирают именно, ну, посредством... проведение как бы повторного ICO, назовем это так. То есть из общего количества 100 миллионов токенов они продадут 10, да, и будет 2 тура продажи. Первый тур у нас это 5 миллионов, по цене получается за один токен 2 USDT, да, то есть
Ну, вы понимаете, да, что токен стоит $200, вам продают за 2. Получается, скидка у нас 93%. Период продажи с 15 февраля по 30 апреля. И будет у нас второй тур, также 5 миллионов токенов. Но цена уже будет побольше, да, здесь в битке у нас написано, получается 9 сатош. Но это получается в 2 раза где-то дороже, да, получается по 4 бакса. Ну, неизвестно, сколько там будет на тот момент биткоин стоит. И скидка здесь 85% с 1 мая по 31 мая 2021 года. Да, конечно, по такой вкусной цене захотят там купить все и сразу слить. Но здесь имеются и локи, чтобы цена не сливалась так быстро. Что касается локов, да, здесь они также прописаны. Будет у нас 4, так сказать, фазы. Через 30 дней после окончания второго раунда вы получите 25%, через 60 также 25%, ну и 90 и 120 дней. Да? То есть получается у нас все 100% токенов мы получим через 120 дней. Это, конечно же, не даст токену сильно упасть в цене, и вот так вот постепенно разблокируя, может быть, цена и удержится. Конечно, мое мнение, что цена все же будет падать, но явно она не будет там равна $2 сразу, да, так как цена сейчас 200. Поэтому заработать на этом все же можно. Итак, как приобрести токены? Здесь все расписано, да, что вам необходимо сделать. Подать заявку на покупку можно через форму, получите подтверждение по электронной почте от администратора, сделайте свой платеж, то есть внесите биткоин, USDT или эфириум в течение 10 дней с момента подачи заявки на покупку. Также все инструкции будут скиданы вам на почту. Ну и получите подтверждение оплаты по электронной почте от администратора. Это занимает 1-2 рабочих дня после оплаты. И получите ваши токены для покупки в установленный срок, как это определено в соглашении. Да, то есть это получается через 30 дней. Последняя продажа у нас 31 мая. Да, ну и через 30 дней мы получим. Заполняем форму. Да, форма достаточно простая. То есть вводим почту, ставим везде галочки и нажимаем кнопочку «Подтвердить». Далее вам необходимо проверить свой почтовый ящик. В течение 24 часов вам придет дальнейшая инструкция. Ну и по ней вы уже все сделаете. Ну что же, давайте подведем итоги. Мне проект TimeCoin Protocol понравился. То есть то, что они хотят сделать, это уже давно надо делать на блокчейне. Я думаю, что идея зайдет. Надеюсь, они будут первыми. Следующее. Здесь мы можем с вами заработать, да, то есть приобрести их токен с очень хорошей скидкой, там 90% скидкой, да, даже больше, если будем покупать в первой фазе. Ну и, соответственно, заработать на этом. Да, имеются локи, но я думаю, что с первой пачки мы уже заработаем. Поэтому, если вам интересен данный проект и вы хотели бы приобрести их токены, то переходим по ссылочкам в описании. Там я оставлю всю информацию на данный проект, на их сайт, на их соцсети, Telegram. В общем, переходим. Ну а на этом у меня все. Я, как обычно, желаю вам большого профита. И всем пока!